В нашем районе успешно выполняется программа «Доступная среда». В рамках ее реализации в Плещепсинском детском саде номер 4 начался капитальный ремонт здания. 22 июня в нашем детском саду начались ремонтные работы. На данный момент группа рабочих занимается внутренней отделкой здания. Также планируется замена нескольких дверей, укладка плитки, оборудование кабинета, пандуса, санузла для детей-инвалидов. Все эти работы реализуются благодаря государственной программе Российской Федерации «Доступная среда». В рамках реализации этой программы нам было выделено 953 626 рублей с соблюдением требований федерального закона от 5.04.2013 года, 44-й федеральный закон о контрактной системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при способе определения подрядчика электронным аукционом заключили контракт с обществом с ограниченной ответственностью «Оптимастрой» с города Армавира, директором которого является Сайранян Михаил Максимович. Цена контракта составляет 464 122 рубля 32 копейки. Впереди у подрядной организации долгий и кропотливый труд. И не только в детском саду начнется ежегодный косметический ремонт. Отрадно отметить, что в учреждении будет даже душевая кабинка. Далее последует побелка и покраска групп уличных игровых площадок. Все это планируется завершить до 25 августа. И уже 1 сентября детский сад «Дехабен» распахнет свои двери для детишек.